В последнее время участились случаи поступления анонимных сообщений о минировании объектов с массовым скоплением людей. Так, 16 апреля в службу 112 поступило сообщение о минировании школ в Подмосковье с номерами 6 и 24. В таких случаях руководителям образовательных учреждений важно уметь правильно оценить ситуацию и следовать инструкции. Мы сразу, в общем-то, начали действовать по алгоритму. Была запущена система оповещения для эвакуации обучающихся и сотрудников. Эвакуация произошла в установленные сроки, в кратчайшие. Дети все были выведены на безопасное расстояние. Количество детей уточнили. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые провели обследование зданий. В ходе осмотра, в том числе с помощью кинологов с собаками, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Действия руководителей щелковских школ были признаны правильными. По всем фактам правоохранительные органы проводят проверки, принимаются меры по установлению виновных.